Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество играть за Россию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым патчем. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется где-то вот сверху справа. А я продолжаю простые движения, я продолжаю без продолжения. Как пели в нетленке группа Тату. Правда, не об этой партии, а совершенно друг, блин, как мало. Наносит урона бомбарда. Блин. Ну, это мне совсем не нравится. А он там пикинеров наделал. Надо стоять... терпеть. Ну, бомбарду, по идее, не должны еще убить. Так, давайте я еще одного казака куплю. Объединим их. Так, подождите. А этот у нас... О! Блин, а как бы нам этих... О, отлично. Значит, здесь уровень берем, а здесь объединяем. Вот так. Очень хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Выжженная земля, потом еще мобилизация. Ну, ладно, один ход откроется. Надо будет отложить пушки. Или давайте вообще так сначала, первый балет. Пооткрываем. Тула. Бегал в Теночтитлан, и Тулы больше нет. Нам, конечно же, во Францию. А где Франция? Типа я не могу из этого города во Францию отправить? Серьезно? Ну, это странно. А почему? Почему у меня отсюда до Мачу-Пикчу, ну, то есть до Мачу добегает, но не до Франции? Почему не в Марсель? Что за бред? Там в Марсель или Париж? Это очень странно. Честно говоря. А, подождите. Во-первых, давайте мы с Францией продолжим наш культурный союз. Ладно. Ничего не хочет мне заплатить. Фиг с тобой. Так, у меня еще соль, гипс и черепахи появились. Можно поторговать будет. Теперь давайте посмотрим. Не, ну все равно почему-то не добегает. Вот Америка, ацтеки, мапучи, Персия доступна, но не Франция. Я не понимаю, почему. Может, кто-то сможет объяснить мне? Да, странно. Ну, давайте. Хорошо, что нам на науку куда больше всего? Везде по единице науки, а культура тоже единица. Ну, что-то золото. Знаете, в Пасаргаде тут 18 золота и 2 производства. Ну, жалко, жалко. Главное, непонятно, почему так происходит.
Так, мне осталось вот этот лес вырубить, и, в общем-то, Магнуса можно будет пересаживать следующим ходом. Наконец-то Слян поменяем местами. О, еще один город-государство найден. Ей! Кардифф. Озарение для канализации. Как вы себе представляете озарение для канализации? Что-то у нас говна много вокруг стало. Что бы такого сделать? Чтобы оно куда-то утекало. Озарение для канализации. Как себе представляете озарение для канализации? Нет, имеется в виду, есть технология канализации, и что-то, вот человек, который придумает, озаряет его. О, канализация, вот хай-тех, и оно наполовину тогда технология прокачивается. Ну да, два района пригорода, видите, когда строите два пригорода, сразу кажется, что вы в говне живете и хочется канализацию построить, все правильно. Кардив, кстати, сам по себе фигню какую-то дает. Плюс 2 единицы энергии за каждое здание в гавани. Нет, вы знаете, не фигню, хороший город. Давайте подумаем, с кем нам дружбу заключить. С Мапучи. Давайте с Мапучи. Неплохо она выглядит. Ну, в смысле, с кем-то сильным. Так, теперь ресурсы. С кем у нас чем поменяться? Оливки у Александра. Черепахи практически у всех есть. У норвежца есть черепахи? Есть. У китайца нету. И у японца нету. Давайте с японцем. Например, черепахи на трюфеля. Не. Ты много с меня требуешь, а с китайцем? Черепахи на трюфеля. Блин. Жадобы сидят. Так, хорошо, слоновая кость есть, пряности есть. Янтаря нету. А вот у нее нету... Нет, соль у нее есть. Нефрибрин, у нее все есть. Цитрусовый только у инка, представляете? Табак. У инка черепахи. Черепах нету. Да что ж ты так... Что так до денег-то жадные? Мне деньги самому нужны. Оливки. Хорошо, я так понял, что черепахи у него есть, а соль... Соли нету, Александра, ну-ка. Ну, 7 золота вход, это, наверное, еще можно. Давайте, 7 золота вход, так и быть. Давайте-ка мы пока уберем здесь пускай растет. Здесь и так на производство. Давайте на производство. В Астрахани производство в Архангельске. Ну, пускай подрастет. Нижний Новгород он просто не растет. Ну, Новгород пускай подрастет до 13, это можно будет еще один район строить. Так, ну что? Ну, вот эта армия никакая. Хотя, видите,
нарисовано, что у нас вроде как равные силы, в принципе. Били такие бомбарды. Ну, блин. Короче, мне надо тут бомбарды покупать. Но он соображает, видите, он уничтожает те юниты, которые, скорее всего, могут помочь город взять. Надо эти юниты уничтожить. Что вы к этому Фаусту привязались? Знаменитая русская осада Агры. Все по историческим документам секретным. Варвары максимально отбиваются, но им это не поможет, конечно. Стоим. Так, дальше мы будем... Так, баллистику мы отложим. А, нет, не отложим. Тут мы... Дальше в очередь поставим катеры. Скажи, вопли Маури. Так себе. Ой. Блин, не Магнусу перешло. Не проверил эту штуку. Ладно. Значит, меняем Магнуса. Сажаем в Тулу. А Лян в Смоленск. Ну, тут сейчас, конечно, проблемы с жильем и счастьем. Просто из-за отсутствия губернаторов. Это нормально. Так, я вот думаю, надо ли мне там болото осушать. Я бы, наверное, здесь сделал треугольничек тоже. Как вообще у нас тут границы городов? Тут еда у Астрахани есть, так? Вот эти рыбу, крабов, это все собирать надо. Слишком далеко, чтобы обрабатывать. А, здесь район можно строить. Давайте посмотрим, подумаем, какой. Кампус или Лавру? Ну, я не хочу вот тут убирать эту еду. А, тут кампус плюс 3 будет. Эх, ну надо тогда сюда ставить. Кампус, это из-за рифа. Риф дает плюс 2. Да. Ну, поставим сюда кампус в следующей очереди. Тогда вот тут надо треугольничек из еды делать. Видимо. Так, а тут следующим ходом. Так, давайте сначала пригород построим. Все равно два пригорода надо. А, вот у меня тут военный лагерь. Наконец у меня будет накапливаться больше. Убивать.
мечники прокачались. А, надо здесь в Джабалпуре покупать. Далекий путь вот так вот, блин, так не добегает. Надо копейщика протыковать. Давайте получим повышение уже этим. Не должно убить. А, тем более еще и повышение. И тут повышение. Отлично, значит здесь покупаем. 235 стоит, блин. Вот у меня вопрос, сможем ли... Ну, вообще, у этих около агры бонус, да? Против фасадных. Давайте против антикавалерийских. Он строит антикавалерийский юнит, потому что осадных тут у него нету. Плюс одно перемещение мне нафиг не надо. Так, следующим ходом, наверное, апну этих мечников. Ну, поставлю карточку, потому что это дороговато так апгрейдить. Маури высаживается и варваров мучит. Так, наверное, надо у японца просить право прохода. Ну, фиг с тобой. Тут некуда дальше проходить. Заканчиваем ход. А, что мне писали, мол, Аральское море сейчас меньше, чем Онежское озеро. Это тогда, но уже не про современную игру, а про то, как оно было изначально. Часто Аральское море, конечно, практически исчезло. Еще одну БГшку захватили. А я ее даже не нашел. Тинаюка отвалилась таки. Блин, почему они на моей территории? Что это за... Почему они на моей территории появились? Сволочи. Отвалилось главное у ацтека, восставший у меня. Нормально, нормально. Let's get on our knees and pray. С китайцем воюет. I don't know to whom. Ему объявляет войну. Into ballistics yet? Ballet projects a fragile kind of strength and a certain inflexible. Ну, они вон вроде куда-то поплыли. Я даже постреляю по ним. Так, значит, мне надо ставить карточку на апгрейд юнитов. Давайте сначала я повоюю. Могу керосин... Да. Вы издеваетесь, блин. Ладно, я отступлю, апнусь в мечников. В мечников, в этих
в мушкетеров. Блин, пол хп сразу нету. Атаковать патну. Ну тут нужны бомбарды, конечно. Тут нужны бомбарды. А, ну стена возрождения, понятно. И тут стена возрождения. Это будет больно, если я буду просто атаковать. А вера за разграбление — это способность казаков, что ли? Или это от теократии? Почему я веру? Так, ну смысл стоять нету. Пойдем попробуем тогда агру взять, как с меньшим сопротивлением город. Баллистику открыли. Можно уже. А, смотрите, я сейчас кого-нибудь с помощью мушкетеров убью. Прокачаемся. Так, тут никуда ничего не отправляем. Конечно, будет 16 послов сидеть, когда два города на карте всего. Понятно. Так, ну давайте какую-нибудь тогда в другую, не к инку, может, к мапуче тогда. 184. А где у нас может быть много денег вообще? Вон, у китайцев их 1044. Давайте глянем. О, 468. Ну-ка. Лучше у него деньги поворуем. Блин, а Бразилия? Ой, блин, цвет Бразилии. Зачем было менять так вот цвета? То есть, японцу дали цвета Рима, Риму дали цвета Бразилии. Вы видите кого-то с цветами, как у Японии, чтобы надо было японцу менять цвета? Да. Пока система все-таки как-то странновато работает.
Пригород, можно сказать, нафига пригород, если у тебя город не растет, у тебя тут 11 жилья, потому что в пригороде будет здание на еду. Так что надо все равно делать. Так, сейчас надо поменять еще карточки и апнуть юниты. Сейчас выжженную землю будем. Значит, меняю. Ну, опять уберу бонус. Хотя мне не так нужно, не так надо прям каперы строить, правильно? А вера мне нужна, чтобы те же бомбарды покупать, поэтому ставим принудительная модернизация. Раз, два. Выжженную землю ускорили. Теперь тут делаем мушкетера. Тут следующим ходом еще рыцарей. Можно было... А, ну этого давайте. Блин, я походил тоже следующим ходом. Так-то, по-моему, все апнуты. Опять недовольство пошло. Слоны, по-моему, у меня есть. Ну, то есть я с кем-то уже торгую слонами. Да. Ну что, может, пришло время уже хоть за какие-то деньги торговать ресурсами, потому что красители нужны, да? Табак нужен, сахар. Главное, все это у инков. Что еще? Янтарь. О. Может, с голландцами поторговать янтарем? У них как раз черепах нету. Ну, блин. Надо. Дальше. Чем я еще могу торговать? У меня чего-то два там. Гипс. Гипс, по-моему, вообще мало у кого есть. Да. Что бы мне такого найти? Слоновые кости. Ну, предположим, табак на гипс. Что там инки захотят? А, они готовы так торговать. Даже за сотку. Ух ты. Мы сейчас отобьем... Нормально. Устраивает меня. Так, отлично. В Новгороде уже плюс одно довольство наоборот. Ух ты. А вот и Карфаген. То бишь Финикия. Еще троих не встретили. Не-не-не. Никакого мира. Никаких переговоров. Уинка на 100 науки больше, чем у меня. Это печально. Заставляет грустить, я бы даже сказал. Вот, чувак, ты зря. Блин, еще один мушкетер создался. I only understand friendship or scorched earth. Так, тут пока ничего не будем менять. Сюда приходит. А, уже не хватает селитры.
Ладно, постоим. Здесь кирасиров сделали. Надо уничтожить врага при помощи мушкетера. Враг, иди сюда. Я хочу тебя уничтожить. Я чего прошлым ходом не подвинул эту штуку? Отлично. Ну, вот тут, наверное, можно и поатаковать, да? Да, агра должна взяться просто... Ну, должна взяться просто казаками. Ой. Встал на место. Ладно. А, еще и терселитры не хватает на бомбарду. Так, давайте мы пушки эти сюда поведем с варварами разбираться. Так, а что я сюда привел? Рабочего. Здесь я уже все А, я хотел вот эти рыбы, крабов собирать. Да, туда и отправим. Вообще, все-таки карта интересная сгенерировалась, то есть, по-моему, у всех цивилизаций достаточно территории для развития, такая большая, то есть, это вот действительно большая карта, огромная, кажется. Давайте подумаем, что тут. Ну, вот эти клетки как-то не хочется обрабатывать, они не будут получать... Ладно, вот тут еще можно ферму поставить. Или нет, нельзя. Не знаю, как-то странно там немножко с клетками. Помогаем ацтеку Тинаюку захватывать обратно, но
Но у нее будет отваливаться постоянно, по-моему. Это я готовлюсь уже к атаке на перса. Я, правда, не уверен, что это фрегатами будет делаться. Возможно, это намного более поздними юнитами, но тем не менее. Перса мы будем захватывать. Давайте глянем, кто тут с кем воюет. Рим ни с кем. Мне интересно, с кем Китай воюет? А, с Японией. Дальше, по-моему, Элеонора с кем-то воевала. Видимо, с Финикией, да. Ацтек воюет с Пачакутеком. О, тоже интересно, что там. Какова ситуация? Пачакутек 1300... Ну, армия больше у Ацтека, конечно. Может, он там даже и давит? Да, тут надо будет сейчас поменять. Венецианский арсенал построен. Торговца здесь. Ну, почему бы и нет, кстати. Так. Во-первых, что мы тут открыли? Выжженную землю. Тут ничего интересного. Я имею в виду в выжженной земле. Стоит ли мне... О, да, мне стоит в колониализм выходить. Давайте мобилизацию откроем после этого колониализма, потому что рыбацкие лодки дают плюс одно производство. Это очень круто в моем случае. Дальше. Что я тут хотел поменять? Плюс 50% к стоимости в ресурсах. Я все еще хочу апнуть мечников. Ну, собственно, и все. Мне только мечников надо апнуть. Поэтому пока не меняем, видимо, карточки. Нет, ничего не хочу менять. Фига себе, у меня из Санкт-Петербурга Фауста сперли. Ничего себе. Вот это поворот. Сейчас мы попросили Давида, сейчас окажется, что он Давида спер. Вы заметили, что Дидона попросила Фауста, и она же его сперла, похоже. Подозрительно все это. Нафиг что мачишат? Газ. Astronomy compels this. Так, ускорили колониализм. Вот скифы. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Всего лишь двух осталось найти. Сейчас мы посмотрим. Вот у скифов кто-то неизвестный. И, наверное, с другой стороны. Вот скифы, видите, где... Карточку на апгрейд убирать.
Как-то хиловато все бьется. Не, ну оно чем больше стен снимается, тем потом больнее будет бить. Но чисто казаками, конечно, город тяжело брать. Давайте я уже казаков буду покупать, чтобы армии делать. То есть не буду сейчас объединять в корпус. Это уже на армию у меня. Нет, я не хочу здесь. Ферму ставить. Вот отсюда во Францию бегает вообще без проблем. Так, у меня из Новгорода-то бегает, а у меня из Новгорода уже бегает. Астрахань есть, Смоленск есть, Нижний Новгород есть, Москва есть, Питер есть, Новгород, Тула. Из Архангельска нету никого. Да блин, еще и губернатора нейтрализовали. А кто у меня так... Что, почему у меня все шпионы у меня сидят? Охренеть. Я ж тут лидер по всему, да? Нет, ну серьезно, почему все шпионы сейчас у меня работают? Я считаю, нечестно. Не хочется районы грабить, потому что они потом моими станут. Как бы. Ну, он сейчас бомбарда убьет, скорее всего. В общем, прикол. Давайте мы у норвежцев попросим проход. У нас с ним вроде хорошие отношения. Карфаген рядом... А, блин, хотел сказать, рядом с Римом. Но он рядом с Римом все равно. Правда, Рим другого цвета тут. Вот Рим. А Рим с кем-нибудь воюет? Должен вообще с Японией воевать так. По месторасположению. Ну что? Ну, казаков они меня не могут убить. А вот города у меня тяжело берутся. Да, вот смотрите, он атакует бомбарду, понимаете? Тяжело идет. Все стены индус построил, просто все. Троян благодарит Лаутара за помощь с целью подпевала.
шпион Франции заслужил повышение форточник. Но мне кажется, что это как раз Франция украла у меня. Значит. Вы охренели? Что значит остановить агрессора? Ну, захватил и захватил Калькутту, господи. Кто не захватывал Калькутту, пусть первый бросит в меня камень. Класс. Кто там против меня? Ну, Чандрагупта понятно. А Леонора Аквитанская и Монтесума? И Вильгельмина. Вот Монтесума... Это не очень хорошо. Честно говоря. Да. Караваны мне будут грабить. Блин. Кризис. Кризис, сэр. Штрафа при нападении через реку. Как раз то, что надо. Есть ли у кого-нибудь, если я сейчас проатакую, чтобы уровень был? О. Так, давайте сюда. Местами атакуем. Уровень. Армии уже побольнее, наверное, будут бить. Ну, смотрите, какая у него. Вообще базовая 52. Но он имеет плюс 9 от стен, плюс 10 от районов, плюс 4 за уровень сложности и плюс 3 за идеальное место. А если бы тут еще юнит какой сильный у него стоял, еще выше было бы. Повышать. Давайте думать, может ли долбанный ацтек забрать Архангельск. По-моему, вполне. Наверное, тут стоит стены все-таки организовать. Питер. Питер очень вряд ли. Астрахань. Астрахань брал. Давайте, наверное, стены тут тоже поставим. Ну, со стенами эти города точно не берутся. Еще каперы, я, конечно, вовремя. А, ну вот у меня тут еще есть.
противодействие в виде пушек. Я сразу вот смогу следующим ходом сюда эту армию вести, а пока я приведу сюда, объединю со вторым уровнем, это долго. Это долго. Тоже сюда приведу, сейчас следующим ходом куплю здесь и армию сделаю. О, блин, не убиваю. Ну, раз он мне войну объявил, что бы не убить было бы броненосец, да? Не, ну Голландия далеко, Голландия фиг с ней. А Леонора, ну куда она может, сюда что-то не знаю, тоже. Да нет, Леонора мне вообще ничего не может сделать. Чисто тупо высадиться у индуса. А вот ацтек, да. Ацтек это неприятно. О. Потому что благодаря тому, что они мне войну объявили, я тут Валетту, Рапану и Антиохию нашел. Ага. Тут совсем мало... Особенно меня, конечно, Антиохия и Рапануи интересует. Ну, тут как раз много. А вот Антиохия нормально так. Во-первых, денег мне это даст, а во-вторых, ваши торговые пути к иностранным городам плюс... О, тут вообще дофига будет денег, если Антиохию засоюжу. Да, у меня, видимо, торговля завершилась. Давайте посмотрим, что у меня тут освободилось. Две черепахи. С кем бы нам черепахами поторговать? У кого нету черепах? У инка нету, например. У китайца нету. Ну вот, красители. Двенадцать вход. Ну, что поделать? А, с кем еще? У Дидона есть черепаха? Есть. Жаль. У скифов есть. Еще одну черепаху надо втюхать кому-нибудь. У японца. У японца нету. Зато у японца есть трюфели. Ну, блин. Мне нужно, чтобы города... не были в несчастье. Вот эта хрень, конечно, тут обрабатывается. Просто думаю, может там какой еще район поставить. С другой стороны, какой? Это ж моя. Понятно. Нет, убили бомбарду опять.
Иди ты... Фауст у него! Ах ты, тварь индусская, спёр Фауста у меня! И теперь предлагает мне его за мир. Такой незамутнённый вообще. У нас тут... Не ваши случаи... Ой, блин... Вот сволочь ацтекская, а? То он мне убил двух юнитов и разграбил караван еще один. Мутила какая. На два уровня выше давайте похитить ускорение, проголосуем. Юниты с указанным получают плюс 5. О, это мне надо... Блин, у меня казаки, это какая легкая кавалерия. По-моему, легкая казаки. Да. Ну, тут надо прям вложить. Ну, сволочи, кто же проголосует против меня? Вот я... Смотри, сейчас будет легкая кавалерия минус 5. Я. Прошло. Ну, видимо, потому что там все по одному вложились. Да. Тяжелая. Ну, вот, кстати, на легкую кто-то голосовал. А тут... Похитители. Ну, тоже нормально. Кстати, меня тоже устраивает. Так, пригород построен. Канализацию ускорили. Так, где там еще куча поближка? 172. У кого много денег? Ну, все еще у Китая, но я Китай только один город вижу. О, 504 в Касаргадах, давайте. Как раз будем деньги тырить. Что ж мне с этим гадским ацтеком делать? Умри. Реально все... Все эти пограбит. Надо каперы строить. Ставить карточку на морские юниты, конечно. Но это уже следующим ходом. Так, ну тут же не через реку он атакует, нет. Так, ну Абру мы возьмем. Кавалерии прибежал. Стою на месте. Вылечусь немного.
Блин, уже пушки. Тяжело тут идет, тяжело. Города берутся, но... Блин. Нету легкости какой-то, нету веселости. А, блин, я тут еще под двумя выстрелами стою. Нет, давайте сюда отойдем. Ну, с Бангалора и отсюда. Сейчас еще города будут больно стреляться из-за того, что у него пушки появились. То есть города теперь стреляют с силой пушек. Это меня вот беспокоит этот казак. Так, в Тулу прибыли. Смоленск тоже. Ну, надо... Надо в Смоленске тогда эту... Ляновскую фигню делать. Лечимся. Лечимся. Где-то тут еще тех, кого мы не встретили. В Новгороде пригород. Ну, здесь каперы бессмысленно строить. Зато можно какой-нибудь район построить. Блин, я ж тут хотел рабочего. Блин, не рабочие нужны еще. Давайте тут строителя. Потом промышленный район сюда. Тут надо убрать улучшение. Тут торговца. Ну, давайте смотреть, сколько убьет ли мне индус этого казака. А я боюсь, что убьет. Фуф. Выжил. Ваш народ ленив и бесполезен. Он, видимо, говорит, что мало производства у меня. Еще караван разграбил. Но юнит... Даже два. Но юнит не убит. Ну, я бы со стеками хотел, конечно, мир заключить. Кстати, а что я получу, когда кризис... Ну, они вряд ли Калькутту могут захватить. If facts don't fit the theory, change the facts. Colonialism. The enforced spread of the rule of reason. But who is going to spread it? Суден.
Так, что я получу, если не успеет выполнить свои задачи? Я получаю плюс 2 к боевой мощи при нападении на юнит участника, действительно, это город, и 200 единиц миру. Такое себе, не фонтан. Ну что? Тут река. Да, тут через реку получается атака. Блин, чё так мало-то снимается? Карточку ставить на 100% строительство морских юнитов. Каперу. Блин, ацтек долбаный. Фига ты на меня напал. Присоединился он. Оборонительных зданий. Так, морских юнитов. Еще деньги в минус пойдут. Плюс 6,4. Ну, потому что караваны еще пограбили. Да. Откуда у нас пограбили? Из Астрахани, как минимум. Видите, при объединении складываются здоровья, и как бы среднее арифметическое от здоровья двух юнитов дается. Поэтому я тут дополнительно получается. Тяжелая война.
Чё это отстак... Он, главное, с инком воюет же. Гад такой. А, нет, хрен, он уже не воюет. Вот еще два невстреченных мною чувака. Ну, конечно, чё, зачем с инком воевать с лидером в игре? Лучше давайте с живым человеком. И уже 261 наука. Где он там? Он еще не в атомной эре вообще. А, ну да, в атомной эре. Нормально, да? Но нет, давайте на бедную Россию нападать. Глянем. Ну, по культуре я хотя бы не отстаю. А вот по науке... Надо по чеку такое что-то делать. Ребята, давайте соберемся все и наваляем по чекутыку. Как он такой вариант? Так, ну на этом я серию завершаю. Ваши комментарии с удовольствием читаю, правда, с запаздыванием на них могу отвечать. Тем не менее, пишите. Надеюсь, вы не болеете за Индию здесь. Продолжение... Как всегда, для подписчиков завтра, а спонсоры, возможно, уже его видят. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.